Да, друзья, сейчас бы неплохо было начать с моей недавней новой фразы, типа, люблю GTA 5 за то, что там, где кончил, там ты и начал. Но, знаете, друзья, тут есть одно маленькое но, которое действительно... В общем, ребят, я всех приветствую, с вами Булкин, добро пожаловать на продолжение прохождения GTA 5. И знаете, я начну со слов, что я полный мудак, потому что я... Блять, я вот пытался вспомнить, у меня, конечно, наверное, за все время-то бывало такое, или подобное, по крайней мере, но... Записать серию и удалить ее, это сильно, я считаю. Это сильно, друзья. Это прям очень хорошо, прям вообще заебись. Поэтому вкратце перескажу, что было. Я выполнил две миссии. Первая за Франклина я, соответственно, выполнил заказ Лестера. Он, кстати, еще раз нам дал заказик, поэтому мы к нему сейчас отправимся. И второе, что я сделал, это было такое, знаете, совместное с Тревором. Франклин и Тревор, они надо было спиздить Z-Type тачку. Соответственно, Тревор был в полицейском вертолете, следил тепловизором. Но я думаю, что если вы проходили... Блять, у меня аж голос всего такого. Мне реально грустно, ребят. Простите меня, пожалуйста. Надеюсь, ну как бы это вот пересказываю поэтому. Нужно было выследить тачку. Тревор летел на вертолете. Соответственно, там было переключение игроков. Мы сначала была погоня. Мне нужно было следить, сканировать людей, найти нужного чела, у которого этот Z-Type. Потом, короче, доставить его в итоге в аэропорт. Что, собственно, я и сделал. Закончил серию и успешно просто взял и удалил серию. Красавчик вообще. Просто, блядь, это реально лучшее, что могло со мной случиться. Поэтому ладно. Друзья, это недоразумение. Я надеюсь, мы обкашляли. И, соответственно, я предлагаю переключиться. А, мы это... А можно вопрос? Какого хрена, блядь, Франклин сейчас едет на тачке Майкла, которая по дефолту вообще его? Ну ладно. Короче, ребят, давайте начнем точно так же, как я надеюсь, это... Может быть, знаете, фишка в том, что если ты начинаешь начинаешь серию с прохождения миссии Лестера, может быть, это какая-то у меня, не знаю... Бля, я охуею, если у меня повторение какое-нибудь, но на самом деле, конечно, его не будет. Но предлагаю, собственно, немножко поработать на Лестера, бля. Вот Франклин, понимаете, парнишка все-таки вот, блядь... Ну, Groove Street, One Love, вся хуйня, как бы, ну, братки его реально не понимают, как бы. С одной стороны, поднялся пацан, с другой стороны, как-то, знаете, ну, блядь, одно дело, там, какие-то гетовские разборочки, да, другое дело, блядь, с серьезными мужиками связался, блядь, какой-то Лестер, вообще, какие-то заказы, какие-то очень непонятные, что, я не понимаю, Хитман, что ли, блядь, такие заказы выполнять. Ну, реально, серьезно, вообще, просто, ну, как бы, с одной стороны, Франклин, ну, короче, не знаю, блядь, пацаны, мне кажется, не одобряют такую хуйню. Где кальмар, братан, блядь, ламар, блядь, кальмар, брателло наш, тоже непонятно. Ладно, короче, друзья, ну, продолжаем проходить не спеша. Мне показалось, что там байкер... Дёрзи, чё ты сказал, бля, братан, не услышал, нахуй? Ну, просто сейчас спизданул, как бы там, пока едет в машине. Я не знаю, откуда у него эта машина, честно говоря, потому что, когда я выезжал с аэропорта, после того, как заставил Z-Type, мне там сказали, выбирай тачку на выбор, ну типа, там, по-моему, не она стояла. Ну ладно, не так уж и важно. Друзья, мы подъезжаем. Лестер давал, кстати, задание по домофону, ну, в смысле, по таксофону. Я так понимаю, что сейчас точно такой же случай, нет? Да, походу, такой же случай. Это, знаете, это местный, как бы, домофон из прошлых GTA-шек. Ничего, чувак, кто тебе не понравился в этом? Человек по имени Айзек Пенни, призрачный капиталистический серветник. Собирается приобрести контрольный пакет акций компании, вопит мотор в компании, уволить большую половину рабочих. Пенни, он из породы миллиардера жмотов, ездит на работу и домой на автобусе. Я подумал, что ты мог бы сесть на водительское кресло и... Я вот сейчас контролю там, где ему нужно. Ну, ясно, чувак, Черла, я возьму за это. Отлично, только одно но. На твоем месте я бы не стал покупать акции вопит до завершения сделки. Блять, что за хуйня? Ладно, давайте мы. А зачем мне эта машина нужна? Бля, зачем мне этот электрок? Ну ладно, хорошо, поехали. Я же закашлялся, друзья, от такого. Я на самом деле прошу прощения, я не знаю, что со мной происходит. У меня такое ощущение, что я... Мне осталось недолго, пацаны, потому что что-то, блядь, кашель меня это заебал. У меня ничего не болит, я не чихаю, не кашляю, не... В смысле, я кашляю только лишь, и все. То есть у меня нет никаких симптомов, я не знаю, что со мной происходит, я просто могу закашляться так, что мама не горюй, как говорится. Ну ладно, Франклин, давай, раз ты выбрал этот путь, как бы, если ты связался, познакомился там, да, с Майклом, каким-то случайным образом, можно назвать это так, как бы, ты выбрал свой путь, братан, братишка, как бы, ну да, как бы, Groove Street, лучше бы, блядь, реально в гетто отвоевывал территории, Вагосята там, Баласята, вся хуйня, но он выбрал что-то более серьезное. Ну давай, давай, Франклин, хорошо, давай, да, правильно, автобус спиздить, ну действительно, делов-то расплюнуть, подумаешь, как бы, с кем не бывает, ну, Лос-Сантос транзит, блядь, езжайте по маршруту, пока не найдете цель, ну охуенно, я просто еще подрабатываю автобусником. То есть, короче, у нас получается
традиция же в GTA, да, то есть миссии с таксофоном, ну, которые мы прозвали домофоном еще в GTA 3. И, соответственно, здесь это проявляется следующим образом, что, как бы, здесь вместо домофона у нас просто Лестер, который дает нам задание. Кстати, да, прошлой серии должно... Извини, что опоздал, это мой первый день сегодня. Что там, блядь, Майк? У меня есть на дорогах нет пробок, вчера за 3 часа проехал только километр. А если я напугаю пассажиров, мне за это что-то будет? Так вот, в серии, которая вообще сегодня должна была быть, которую я удалил, было такое задание. Там нужно было высадить одного чувака, который ездил к одной путане, одной и той же. Я стоял, ждал, короче, потом просто его... Ну, короче, скучнее, чем это, по крайней мере. Ну, то есть там ничего такого... Че, сижей, блядь, минималка? Че ж вы такие мрачные, может, треснет, если бог, блядь, чувачок, Groove Street, One Love, Groove Street! Ладно, все, тихо, спокойно. Да, Сижей просто бы перевернулся в гробу, если бы узнал, блядь, что вообще, как бы, вот представьте, да, не, Сижей тоже, конечно, он тоже работал там, блядь, с Вузи и с серьезными людьми, но он не забывал своих братишек, как бы, да, он как бы... Слезай, быстрее, мы опаздываем. Бля, Франклин, ты не очень вежлив, если честно, потому что... А что стало со старым водителем? Он не нравился. А что, блядь, Франклин тебе не нравится? Настоящий парень из гетто, ё-моё! Ё-моё. Ну, короче, ладно. У нас, кстати, там еще ждет какое-то знакомство. Я, честно говоря, надо бы перечитать смс-ки. Короче, нас вызвали немножко на окраину Лос-Сантоса. И там, насколько я понял, вообще Франклин должен с кем-то познакомиться, а не Майкл. Ну, почему-то за Майкла. Ну, это не точно. Это мы сейчас узнаем. Как раз-таки поедем после этой миссии туда. Так. Ну что, там вообще кто-нибудь будет садиться-то? Нет, нужный вот этот, что ли, блядь? Да, походу, кстати, это он. Вы опоздали. Очень-очень опоздали. $1.50, мистер Пенни. Опять цены подняли, обойдусь. Это грабеж. Блять, ликвидируйте цель. Бедные пассажиры, блядь. Я просто представил, знаете, их ощущение от того, что сейчас происходит. Я знаю, что я сделаю. Блять. Вылазь нахуй! Быстрее, Франклин, я тебя умоляю, блядь! Покиньте территорию. Блядь, тогда я сделал это более чисто, на самом деле. То есть пассажирам похуй. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй, я съебываю, все нормально. Франклин, давай, оторвись от копа. Да нормально все будет. Блядь. Нормально, братишка, шлем не одел, но ничего страшного. Все. Охлаждаю трахание и как бы едем дальше. Кстати, мы можем, знаете, куда ехать уже? В то место, потому что... А, блядь, там же за Майкла надо будет, да? Это где-то там, короче, эта миссия. Там какое-то знакомство, но мы сейчас, я думаю, что это, разберемся. Там, в принципе, ничего такого. Я говорю, вот реально хорошо, что, блядь, это... Прикиньте, была бы концовка Мафии 2. Я бы ее также мог, ну, реально, случайно мог... То есть я же не специально стер. Соответственно, я мог стереть все, что угодно. Как бы... Обидная хуйня, но бывает, друзья, бывает, так что это, в принципе, реально хорошо, что там ничего такого сверхъестественного не происходило. Блять, я, конечно, с путаной, то, что там вот с тем, блять, чуваком, все нормально? Так, звоним Лестеру. Нормально как, по громкой связи общаешься, братан? Зеленый свет. Все готово, чувак, чело. Это я понимаю, вот это было хорошо. Я не знаю, сколько убийств Лестер там захочет, как бы, Ну заебись. Бонус за подстроенное ДТП, потраченное время, получено денег. Охуенно, блядь. Просто заебись. Я просто к тому, что я прошел миссию с той путаной, блядь, и с чуваком на 100%, как бы без всяких лишних проблем, и это было быстрее. Ну да ладно. Так. Мартин... А, Мадраса, точно. Типа, Франклин... Майкл сказал, что он с Матрасом хочет познакомить Франклина. Соответственно, это мне нужно, значит, переключиться на Майкла, потому что там синенькое это. Так, а где он находится? Ну, конечно, блядь. Ну, не так уж и далеко, конечно, но в целом, что он там делает-то, блядь? Кофе пьет опять. Ну, все болит. Все, тихо, братан. Майкл, давай, мужичила, давай. Где твоя тачка? Пиздец, я вот каким раком она прикрепилась за мной, вот эта красная хуйня. Ну ладно, хорошо, меня это не парит особо. Хотя, с другой стороны, если она прикрепилась за мной, я могу... R8. Гелик. Хуйня какая. Так, ладно, все, R8 беру. Ну-ка давай-ка, блядь, братан, мне нужна скорость. Че там, женушка свои? Давай, рокер. Вылезай. О, здрасте. Бля, я нихуя не делал. Друзья, вы видели. Он еще стреляет по мне. Он что за... По-моему, он спиздил мою машину, чтобы меня догнать. Ну, как бы не очень хорошая идея, честно говоря. Так, Матраса. Все, едем к нему. Поедем ближе к Вайнвуду. Просто сейчас копов всех объедем, и все будет нормально. На R8 нормально. Одно удовольствие, так сказать. Майкл, пожалуйста, помолчи, блядь. Я понимаю, что там кофе обожрался. Но, блядь, без двери так едешь. Я не знаю. Облегчение аморала, блядь, версия 2.0.
Ай, да. Ну, слушайте, атмосфера, бля, просторы, конечно, в GTA 5 это отдельное внимание, то есть, как бы, да, вот то, что происходит, это, конечно, просто умопомрачительно. Кстати, тем временем Франклин-то должен быть где-то неподалеку отсюда, на самом деле, блядь, копы. О, пупсик. Эй, 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 ты не хочешь ко мне? Она сама, я ее не задел. Бля, мусора. Сука, я дурак, блядь. Ай-яй-яй. Ой, какой полицейский разворот, пацаны. Ну это прям было на все бабки. Блядь, что я делаю? Почему я кто-то загрелся? Кто мне за меня... Вы видели? Красная точка появилась, но потом он передумал, блядь. Правильно. С Майклом связываться. Это серьезный мужик, между прочим. С таким небольшим... Небольшим прошлым, блядь. Меня заебали копы. Что они от меня хотят, я не понимаю. Я ничего не делаю, блядь. Вообще такого криминального-то вообще, в принципе. Так, ладно, пацаны. Мы почти приехали к матрасу. Блять, ну вот почему нельзя было как бы в воздухе проконтролировать R8 так, чтобы я просто идеально приземлился на колеса? В чем была проблема, я не понимаю. Блять, серьезно? О боже мой, блять. Ну вот почему, вот какого хуя, вот как можно, понимаете, то есть, ладно в GTA 4. Там как бы все равно проще было как-то сделать так, чтобы колесо как-то, знаете, неадекватно себя повело. Ну, в смысле, в том плане, чтобы его зажало нахер. И как бы прижало, и как бы оно деформировало. Ну, вы поняли, да? Но в GTA 5, честно вам скажу, сделать это весьма сложно. Ладно, я взял импотенте. Импотенте перформанте дюкс, пиздюкс. Отлично, все. Ой-ой-ой. Я думаю, я опять колесо, блядь, вырвал. Бля, мусора специально стоят около матраса, я не понимаю. Это уже как-то, блядь, не смешно на самом деле. Пожалуй... Ай, блядь, ты серьезно? Ну какого хуя? Можно мне к матрасу доехать? Пожалуйста, я прошу, блядь. Ну хорошо. Я поеду здесь. Хоть я и буду в зоне сейчас, возможно. Да не, он меня здесь не увидит никак же. О! Вот это, блядь, 29 FPS. Это, блядь, растительность такая, что ли? Я не понимаю. Ебать. Ебать. Ебать, на ультрах-то сейчас бы FPS-очка-то проседала. Да, не ожидал, конечно, Санек от себя такого. А, я помню эту хуйню. Ой, ворвался я не очень, конечно, прилично. Так, ну шо? Блин, ну приехал такой чисто, блядь, на Пантиаке, как бы, блядь, на Додже. Я не знаю, что это смесь всего на свете. Ага. И Тревор тут. Как тут, блядь? Ну чё? Что это? Ты сказал, что тебе нужна работа. Это работа. Ага. А кто этот парень? Увидишь. Подождите, а мне почему-то показалось, что Франк... Я, видимо, перепутал. Ага! А. Привет! Нам нужен мистер Матраса. Сюда, джентльмены. Патриция, принеси нам выпить! Быстро! Рад снова тебя видеть, Майкл! Аналогично. Это мой друг Тревор. Садитесь, друзья, садитесь. И что ты рассказал ему обо мне, а? Мартин и Матраса. Тревор, Мартин мой старый друг. Правду рассказал, Мартин? Страшный психопат, который пытался меня убить. Точно, точно. Но люди боятся меня уже не так, как раньше. Мои близкие. Мой двоюродный брат, Майкл, ты его знаешь. Похоже, он собирается дать против меня показания. Так поручи кого-нибудь его убить. Я так и сделаю. Поручу это тебе. Мы уже давно в расчете. Окажи услугу, братишка. Просто братишке окажи услугу. Или в наши дни дружба уже ничего не значит. В чем дело, блядь? Это он. Хавьер. Сегодня он вылетает в Либерти-Сити. Прошу, блять, прошу прощения, друзья. На холмах у нас припрятано. Мой человек следит за тем, что происходит в аэропорту. Мы будем держать вас в курсе. Когда он будет пролетать мимо, сбейте его и заберите файлы. Я в деле, сколько заплатят? А? Да ладно тебе, Тревор. Выпить еще хотите? Не сейчас! Ты не видишь, что я разговариваю? Ладно, возьми машину, что-нибудь универсальное. Я займусь оружием. Идет! Блять, сейчас бы... Обсерватория? Серьезно? Ой, блять. Не нравится мне уже это слово, честно говоря, после недавней ситуации, которая произошла позавчера, или сколько там дней прошло, или вчера, я уже, честно говоря, не помню. Но, пацаны, мне кажется, что это... Тревор, блять, сейчас бы парный дрифт устраивать.
Велосипедист, пожалуйста, можно аккуратно? Да! Обсерватория и здесь, да? То есть мафия 2 обсерватория, здесь обсерватория, еще где-то обсерватория. Но это полный пиздец, если честно. Не, я, конечно, все понимаю, что как бы хорошо, это какая-то, может быть, случайность или еще что-то, но, пацаны, сейчас бы, блядь, на, ну, реально два раза на те же грабли, но это прям вообще пиздец. Ну ладно, хорошо, мне кажется, можно здесь залететь. Так, обсерватория, на самом... То есть вы понимаете, да, как бы там, единственная, блядь, единственный камень, который спрятан был под зарослями, я в него въебался. Охуенно. Я не знаю, что с ФПС-очкой происходит, пацаны, ну потому что просторы, просто посмотрите на них. Ну это просто офигенно. Причем нет, просторы как раз таки... Майк, да, я заистал мотоцикл у какого-то бедолаги. Так, я еще не в обсерватории, так что двигай в ту сторону. А, кстати, я знаю, почему ты отвез меня в дом того парня. Я все понял. Что понял? Что он жуткий псих и у тебя с ним много общего? Блять. Ебался. Можно как бы не застревать? Что за дела? Мы же должны на него работать. Мы никому ничего не должны, но я тебя понял. Прекрасно понял. Ва. Ты о чем вообще? А все ацтекскую хрень, эти странные артефактики. Статуэтки плавают, что у парня не стоит, короче, блядь. Их можно легко срубить 2-3 миллиона. И зрачуги за надежду любые бабки дадут. Мы не собирались его грабить. По деньгам мы же не договорились, а? Ну смотри, парень не бедствует. Это не значит, что мы его грабим, понимаешь, как бы. Но это значит, что он может заплатить тем, что... Когда придет время, он сам сделает правильный выбор, а если нет, то я сам разберусь. Такие жены бывают только у богатых мудаков, верно? У Тревора уже план. Не понял? Блять, у Тревора все схвачено, пацаны, как бы. Тревор уже как бы мыслит, понимаете, как бы ему уже поебать на задание. Он присмотрел, там какой-то план себе сделал, как бы сам все решил, сам будет действовать, я так понимаю. Так, ну я так понял, что Тревор уже будет там, естественно, в обсерватории. Блять, обсерватория. Ну пиздец, вот какого хрена, я не понимаю. Ай, блять. Ничего, пацаны. Тревор в план не входил, как говорится, да? Дело, блядь, там как нихуя хуярит лама, или что это не лама, садитесь в фургон. Блять, ну в натуре обсерватория, ну что за бред, я не понимаю. А, фургон там стоит, окей. Блять, что-то знакомое, но я пока не могу вспомнить, что будет происходить, честно говоря, ну ладно. Так, я вижу фургон с пушкой, ты рядом? Недалеко, сбей самолет и буду готов. А-а-а, да-да-да, тут что-то красивое будет. Воу. Я помню этот момент. Так, можно, как бы... Да, спасибо. А, Тревор, если бы ты увидел эту пушку, ты понял, что с Мартином матраса шутки плохи. Что ты чё, чем толще пушка, тем трусливее хозяин. Сбей наконец этот самолет. А где самолет-то, блядь? Стреляйте по двигателю самолета. Нихуя себе, сказал я себе. Чё, пацан, на префайре ебашить? Вау! С первой хуйни ебанул. Ебать, я красавчик, пацаны, просто снайпер века, блядь. А, я, по-моему, кстати, на PlayStation 3, когда проходил, я эту миссию запорол, что ли? Птица в моторе! Видишь, самолет падает, можешь за ним проследить? Блять, ну такое, если честно. А Тревор... А, красавчик! Ой, ее сейчас красотища будет! Следующий... Бля, пацаны, вот это я понимаю. Да зачем мне фокусироваться на самолете, если... Бля, Тревор... Подключились к каналу авиадиспетчеров, держи меня в курсе. Лады. Блять, ебать! Красотища какая! Просто пиздец! Чё, пацаны? Я не знаю, почему я сейчас вспомнил сразу остаться в живых. Ебать! Просто по красоте. Хоть это и скрипты, но это все нормальная тема. Бля, пацаны, все-таки просто... Это борт N9, да, взорвался двигатель номер 2. А где он ёбнется? Я, честно говоря, не помню. Давай-давай, Тревор, красавчик, блядь. Воу, пацаны, вот это реально красиво, да? Вот это реально пиздец. Его старается со всех сил, но машину он не вытянет. Отлично, следи за ним. Нам нужны эти файлы. Бля, аккуратно, пожалуйста. А вот, ну идем сколько? Бля, охуеть просто, да? Бля, я боюсь представить, что будет в GTA 6, реально, пацаны. Ой, двигатель номер. Да-да-да-да-да. А подождите, он же ёбнется, да? Он не сядет уже на заброшенный аэропорт, по-моему. Ебал, сегодня затянем. Придется сажать эту дуру, где придется. А, он сейчас еще эпично как-то приземлится красиво, с искрами, со всей хуйней. Как я делаю? Следишь за ним? Слежу, он пролетел аэродром. Бля, пацаны, что-то... Где будет садиться? На аэродрома вода он засадит. Да вот, надо было тут садиться. Не могу повернуть, придется сажать.
Прошу прощения. Так. Сейчас что-то будет эпичное, я помню, не помню что. Бля, он куда-то его, по-моему, в кусты ебанется. Может, он шасси попробует? Шасси выпустить, как бы. Блять! Воу! Скрипты подъехали, но все это, конечно, охуенно. Блять, для 2013 года охуенно. Гаврики нет, рули высоты неуправляемые. Элерон. Очень сомневаюсь. Тихо. Не главное сейчас, на самом деле, вождение у Тревора, смотрите, типа, бля, он мог хотя бы майку... Бля, охуенчик вообще. Вообще красотища. А, воду они сейчас упадут, да, по-моему? Ро, надеюсь, ты работаешь. А, мы мимо этого же. Точно, мы же мимо этого дома проехали. Так, пацаны, мне кажется, что как-то он слишком долго летит, блядь. Уже мы всю, весь Лос-Сантос, все его окраины захватили. Быстро теряем высоту, придется сажать на землю, помоги нам. Бля, он, они сейчас... А, на тра... Бля, я столько раз уже предположил, я реально, видимо, забыл. Они сейчас будут на хайвей прям садиться, по-моему, да? Или чё? А, да ладно! Бах! Они зарылись в грязь! Ебать! Убейте Хавьера. Блять, может ты пушку достанешь? А кто из них Хавьер? Эй, Хавьер! Ой! Он что, уже ствол достал, что ли, блядь? Направляйте самолет. Заебись. Бля, охуеть, да, скрипты какие ебанутые просто сработали. По красоте чисто. Че, пилот откинулся, да? Бля, ну так-то он красавчик, на самом деле. Посадил-то весьма это, неплохо. Бля, охуенчик. Он не ебанет там, нет? Тревор, бля, как всегда. Ти, как все прошло? Отлично, просто отлично, бля, заебись. Файлы у меня. Отвезу их матрасы и объясню, что нам осталась эта операция. Чувак, не кипятись. Послушай меня. Поговорим позже. А пока просто отвези файлы. Я избавлюсь от винтовки, а потом поговорим. Ай, блядь. Бля, охуенно просто, на самом деле. Так, и чё, я думал, я повезу. Чё, мне нужно будет фургон, типа, уничтожить, да, наверное? Такое, блядь, если честно. Прям уничтожить его или что? Покиньте зону. А-а-а. Бля, можно этот фургон оставить себе и хуярить с него, если чё, блин? Просто так, по приколу куда-нибудь. Просто, блядь, ну такая себе тема, если честно, блядь. Фургон с такой... Я даже не знаю, как это оружие это назвать, честно говоря, но... Ладно, все, молчу. А мне нужно от фургона-то избавляться? А-а-а! Ну вот с этого... Бля... Майкл, я, конечно, понимаю, что ты уверен в себе мужчина, но, блядь, давай без вот этого, ладно? Ну, можно, в принципе, и так. Методом Тревора, так сказать. Ля-ля-ля... Гори-гори ясно, чтобы не погасло, как говорится, бля, охуенно просто. Господа, у меня тут пожар, не хотите помочь, как бы, у меня каска просто... Не понял, блядь. Шо вау-то, блядь? Шо вау-то? Чё за ваукаешь? Ладно, будем считать, что вот это было то, что нам нужно. Да, как-то так вот, в принципе, все это и происходит. Только единственное, я бы не отказался, честно говоря, о... Можно транспорт какой-нибудь? О! Черный ML проехал. Блядь. Так, хорошо, ладно. О, стопэ, нахуй! Нет, блядь! Пацаны, вы объясните, почему мне так везет? Стой, блядь, заебал! Тревор! То, что я, что-то мне не верится. Блядь, что это за хуйня сейчас была за последние секунды? Встретились... Блядь, я приебал звонок из-за того, что... Бля, что-то пошло не по плану, что ли, или что? Я не успел даже прочитать, что там произошло, потому что, блядь, на меня приземлилась тачка, и вообще я идиот, как всегда. Так, ладно, давайте поедем по дороге, я не буду фантазировать. Главное, ничего не взорвать.
Потому что если я провалю миссию на ровном месте, это будет, честно говоря, такое себе, блядь. Ну, как всегда, ребят, в своем репертуаре, блядь, я причем, ну, вы видели, что я не специально там что-то делал. То есть сначала я выстрелил водителя этого, что там, Супер GT, это красный, или как она называется сейчас? Не Супер GT. И, ну, что-то пошло не так. Она заехала в огонь, загорелась, и как бы, ну, брать оттуда тачку, честно говоря, такое себе было. Потом я... Колесо не заклинило? Бля, как хорошо еще, что сейчас не ебануло, потому что в GTA опять же есть такая тема, что если ты бьешься бензобаком, то... Происходит не очень хорошая вещь. Так, ладно, а почему у нас навигатор ведет все равно по-другому, я не понимаю, блядь. Я еду вроде в ту сторону, ровно туда, куда нужно, но он все равно показывает развернитесь, и как бы мне, честно говоря, это не особо... О! Ага! Значит, все-таки навигатор тупит, да? Я так и знал, блядь, что... Постоянно он... Бля, а что с FPS, я не понимаю? 30 FPS, типа, это нормально, блядь? Блять, пожалуйста, только не убей машину, блять. Мы сейчас здесь ничего не найдем. Пусть она, блять, останется без запчастей. Майкл, блять, ну я тебя прошу. Умоляю просто. 900 метров. Все, почти приехали. Почти приехали. Почти при... Носит как говно, блять. Не, на самом деле в физике GTA 5 есть какие-то свои приколюхи. Ну просто она, я говорю, менее симпатична. То есть я в принципе понимаю, что кому-то нравится она больше, кому-то меньше, как бы там, да, чем GTA 4, например. То есть я, например, знаю людей, которым GTA 4 нравится физика, а GTA 5 нравится. Так, так что там пошло не по плану, я все проебал. Почему мы решили тут встретиться-то? Мы же к матрасу ехали. Где он? Что он там задумал, блядь? Ну такое, если честно. Ну такое, блядь. Что за хуйня? А, это... Почему у тебя его тачка? Это кусок говна! Неудивительно, что люди его предают. Что произошло? Прерывистый ублюдок, Майк, я не понимаю. Зачем ты имеешь дело с такими людьми? Ну совсем не понимаю. Тревор, отвечай на вопрос, блядь. Я просил его оплатить честно проделанную работу. А, типа он быстрее к нему приехал, понял. Потом он слегка вскипел. Ну и я тоже не сдержался. Ты его убил? Блин, думаешь, я животное, что ли? Нет, я его не убил. Но я похитил его жену! О, нет. Блядь, что ты... Что ты сделал? Я точно сказал тебе, что я сделал. Ну, что, совсем? К сожалению, сейчас нам придется залечь на дно, ну, понимаешь. Ой, блядь. Пока меня судим ситуацию с Мартином. Думаешь? Лезь назад, ладно? Патрис уже задолбил переднее сиденье. Я знаю прелестное местечко, где мы можем зависнуть. Знаешь, тихое такое, мирное. Убежище, если угодно. Домик в лесу. Понимаешь, о чем я? Блять. Тревор, блять! Что за хуйня? Почему это происходит, если что, едет сам? Это пиздец. И что, мы на Франклина переключаемся? А че, и что он, чем он занимается в это время? Что происходит, блядь? Ну же, что делай? Иди сюда, мальчик! Иди сюда, братишка! Наконец-то Грув Стрит, пацаны! Грув Стрит, зеленая! Так, ну чё? Взяв чопа на прогулку. А он тут неподалеку, между прочим, в это время, да, получается, у нас был. Ну что, друзья, я думаю, что на этом мы будем заканчивать. Огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилась серия. Подписывайтесь на канал, если вы впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И оставляйте ваши комментарии. Увидимся совсем скоро. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.